Здравствуйте, с вами канал NameDB. О некоторых людях говорят «человек-праздник» или «человек-ураган». Такие люди просто не представляют свою жизнь без шалости, веселья и приключений. Из-за этого они нередко попадают в глупые и нелепые ситуации. Чаще всего они не учатся на собственных ошибках, поскольку не могут усидеть на месте. Поддавшись духу авантюризма, они могут напрочь забыть о полученных уроках и всевозможных советах. Астрологам удалось выделить три знака зодиака, с которыми точно не заскучаешь. Только эти три знака готовы прожить так всю жизнь – ярко, смешно и незабываемо. Близнецы. Человек-неожиданность. Близнецы просто в восторге от всевозможных развлечений и вечеринок. Они любят повеселиться на полную и в 20, и в 30, и в 40 лет. Живя с подопечными этого знака, очень сложно что-то планировать наперед. Это люди-загадки. Никогда не знаешь, что у них на уме. Они могут резко и неожиданно поменять все планы, собраться в поездку или закатить пир на весь мир без какой-либо предварительной подготовки. Жизнь рядом с ними полна сюрпризов. Правда, они не всегда могут быть приятными. У них 7 пятниц на неделе, а иногда даже больше. Близнецы отличаются открытой и любопытной натурой. Они обожают пробовать и узнавать что-то новое. И с удовольствием делятся новыми знаниями с родными, друзьями и близкими. У представителей этого знака прекрасно подвешен язык. Не зря же близнецы – это один из самых болтливых знаков зодиака. У них просто не закрывается рот. Для окружающих время, проведенное с близнецами, всегда проходит весело и интересно. Стрелец. Человек-анекдот. Еще одним веселым и жизнерадостным знаком зодиака является стрелец. Люди, рожденные под покровительством этого созвездия, привыкли брать от жизни все. Они живут одним днем, не пытаясь заглянуть в далекое будущее. Каждый день для них как последний. Они могут научить человека жить настоящим, ценить то, что есть, дышать полной грудью и верить в лучшее. Стрельцы – истинные оптимисты. Они никогда не сдаются и всегда находят в любой ситуации положительные стороны. Стрелец всегда обращает внимание на победы, успехи, достижения и триумфы. А вот на неудачах он не зацикливается и продолжает свой путь дальше. Он всегда готов любому поднять настроение – и может спасти даже самый неудачный и скучный вечер. Благодаря его участию, любой даже самый нудный вечер будет спасен. Он найдет целую кучу анекдотов и сам придумает немало смешных миниатюр. Друг знака Стрелец – это настоящая находка, поэтому не вздумайте от него отворачиваться. Водолей. Мистер Креативность. Водолеи – это невероятно творческие и креативные люди. Они всегда полны интересных и необычных идей. Во время их реализации представители этого знака могут убедить вас попробовать что-то новое, интересное и необычное. Это должно быть что-то такое, что позволит вам ощутить вкус жизни и свободы. Водолеи обожают все уникальное, нестандартное, необычное и эпатажное. Им интересно проводить время только с оригинальными и неординарными личностями, такими же, как они. Водолей может обеспечить своим родным и друзьям умопомрачительный досуг. Водолей всегда готов почувствовать и поддержать близких, убедив их пересмотреть свое отношение к проблемам. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!